Я был удивлен восторженными откликами фанатов. Я думаю, они так же хороши, как и его вокальные способности. Давайте приступим. Но я в нем один, хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман, солнце остыло совсем. Давние боги идут чередой, пусть собираются все. Ёкарный Хёндай. Постойте-ка. Его голос настолько чистый. Это мое личное мнение. Но если честно, я не думаю, что микрофон может передать стопроцентную текстуру его звучания. Если послушать этот звук без микрофона, я думаю, это будет очень такой неведомый звук. Давайте продолжим. Домой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Это судьба, а судьбу не могу я ни о чем простить. Только я знаю, как после меня станут ветра глазить. Еще выше. Еще? Фух. Mm-hmm.
сколько раз здесь была смена тональности. В общем и целом, чтобы максимально усилить оригинальную композицию песни, я обычно переношу ее в конце, чтобы повысить высоту звука. В этой песне он делал это 3 или 4 раза. В итоге у меня было чувство, что я сейчас взорвусь, потому что мои эмоции достигли потолка. Я прям не могу. Это было удивительное выступление.